Ребята, всем здорово! Интересная посылка сегодня. Это один из самых популярных планшетов, которые с момента своего выхода все начали его гребти. Интересен он тем, что в принципе он позиционируется как бюджетный стоимостью около $100. И работает он на двух операционных системах. Android и Windows. У продавца были разные версии. Там было просто на Android, было просто на Windows. Ну, неинтересно, потому что я его брал как раз из-за того, что там две операционки. Поэтому я брал и на Android, и на Windows. Сейчас мы его вскроем, посмотрим. Попытаемся запустить, если аккумулятор не посажен. Вот. И подробнее я уже буду делать на него обзор. Будем смотреть. Посмотрим, как он доехал. Упакован вроде бы неплохо. Так, о, иероглифы нам еще прислали. Вот он, друзья, Chuvi. Chuvi, моделька у нас где? Chuvi V8. IPS, 8 дюймов, Windows, Intel процессор, Windows 8. Ну, в общем, его характеристики. Ладно, будем открывать, смотреть. Тут у нас что? Короче, куча всяких этих самых. Так, это отставить в сторону. Откроем, посмотрим, что он из себя представляет. Ну уже. Давай, ты можешь. Такс. Крышечка. Скальпель уберу. Тут вещь острая. Сам планшетик. Так, отложим пока, посмотрим комплектацию его. Что у нас есть еще? Так, коробки всякие. Здесь у нас, ну, зарядник, наверное. Зарядное. Да, зарядное устройство у нас здесь. Ну ладно, не буду открывать. Переходник на нашу розетку. Шнур, это OTG кабель. OTG. Что-то там еще есть. Шнурок, скорее всего. И шнур USB и микро-USB. Да. Так, тоже в сторону. Здесь у нас куча бумажек. Да. Куча всяких бумажек. Chuvi, гарантийка. Ну, в общем, понятно. Так, ладно, давайте теперь к самому планшету. Вот так выглядит все это дело у нас. Так, пока по внешнему виду так посмотрим, а потом я, наверное, выключу вот эту вот лампочку, которая засвечивает. Вот, задняя крышка у нас приятная, soft touch, пластик. Нормально. Камера. Ну, камера слабенькая, там, по-моему, 2 мегапикселя. В обзоре посмотрим подробнее. Давайте снимем эту пленочку. Вот так вот. Так. Ну вот он, собственно, сам планшетик. Вот такая вот вещица. Что у нас по граням тут? Кнопки, карточки и так далее, и так далее. Давайте попробуем ее запустить. Выключу свет, наверное. Вот этот, чтобы он не засвечивал. Грузится. Пока грузится. Давайте вот так вот. Вот, загрузился он у нас на андроиде. Так, разблокируем, посмотрим, что у нас тут установлено. Play Market вижу уже хорошо. Отлично так перелистывается, без всяких проблем, никаких подлюкиваний. Кнопка Windows у нас вообще
выполняет тут какие-то функции. А, да, она тоже выполняет функции. Это возврат домой. Назад. Вот. Ну, в общем, вот такой вот планшетик. Так, что у нас по настройкам? Давайте зайдем посмотрим. Язык. Язык. Русский. Есть русский язык. Ну, вроде как переведено даже. Экран, яркость экрана. Это еще не на всю. Вот, на всю яркость экрана у нас. Вот так. Так, как он переключается у нас, кстати, на Windows? А, понял. Вот он переключается на Windows. Ладно, не будем его запускать пока. Все работает, это хорошо, это отлично, позитивно. Поэтому сделаю я потом отдельный обзор на него. И все мы конкретнее посмотрим, потестим. Все, ребятки, так, ставим его вот так вот. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!